Друзья, всем привет, всем здравствуйте. Сегодня я приехала в Лев Толстой. У меня два дела. По двум делам. В общем, мне нужно в суд. Насчет Сбербанка в телефоне, который. И еще на Валбрис зайти. Там кофе пришло у меня. Заказики. Я пополнила. Мне нужно переобуться. Переодеться. О, как жарко у нас вообще. За 30. Но у нас сегодня вот погода. Как бы вам показать. Прям пасмурно. Да. Пасмурно. Пойдемте, я с вами. Вы со мной пройдетесь. Не я с вами. Не я с вами. Настроение у меня сегодня хорошее. Вот. Это у нас Красная площадь. Как Красная площадь? Я вам покажу вот так вот. Увеличу. Не знаю, увидите, нет. Увеличивается, нет, не знаю. Наверное, не увеличивается. Нет, пишут нет. Ну и не надо. Так, а это какой-то магазин здесь. Я здесь редко бываю. Можно в парк пройти. Но на обратном пути тогда пройдем в парк. Каждому хочется свои места показать. Вот. Здесь вот тоже что-то сделали. Вот. Какое-то место. Не знаю, что это есть. Вот это просто по аллее вот иду. Да, каждому хочется показать, но когда ты там не живешь, как бы это, ну так, иногда с кем близко общаешься, с блогерами, интересно посмотреть, где он живет, как выглядит его там местность, да? Вот, видите? Это у нас тут вот все мероприятия проходят такие вот. Ну, здесь и молодые, как бы, когда распишутся. Здесь фотографируются. Вот, я тоже помню, где-то здесь у двух березок, когда свадьба была у племянницы моей. Где-то тут фотографировались у березки. Не знаю, если она смотрит. Настя, привет. Может, видео попадется. Настюшка, я вас люблю. Вот. А это что? А это у нас вот Дом культуры. Дом культуры. А это вот, смотрите, какая звезда. Видно? Солнце, потому что я не вижу. Не знаю, видно вам, не видно. Опа. Ой, рука устает. У нас предупредили, походу, сегодня будет усиление ветра. Усиление ветра, ой, не знаю, не помню сколько. В общем, с 6 часов вечера этого дня до 6 вечера того дня. Вот, это у нас памятник Ленину. Вот, видите, да? А здесь у нас, по-моему, кинотеатр. И называется он Синематограф. Да, синематограф. Я здесь ни разу не была. Вот. Хитровка. Можно телевизору посмотреть. Но в кинотеатре, наверное, интересней. Вот. Пойдемте, я до банка иду. Сегодня я выбрала день. Вот прям попался такой, прям вот, как сказать.
Солнечный, он сейчас каждый день солнце. Сейчас при такой жаре лучше солнце бы уходило. Вот. Потому что утром встаешь уже на градуснике 35 градусов. Это у нас в районе вот такой стадион. Вот такой стадион. Ой, не видно. Видно вам или не видно? Вот, видите? Вот такой стадион. А это ворота такие. Вот, утром встаешь уже. Ну, на солнце, конечно, утром я смотрю на солнце, у меня градусник 35 показывает. А потом она остается 29 и 30. Вот. Ой, жарко. Ой. Вот. Жара будет. Не знаю до каких. Всю неделю стоит жара. Всю неделю жара. И, в общем, это... Смотрела я прогноз на неделю, дают. Не на 10 дней, по-моему, на неделю. Вот. И стоит жара. Ой, я думала, как я поеду. Но, знаете, вот спасибо. Вот, видите, на небе облака. Они идут, солнышко загораживают. Тогда хоть немножко попрохладнее. Но сегодня и так попрохладнее, мне кажется. Стоит, по-моему, 27 градусов. Ой, не 30. Вот. А дождь не было у нас, дождя такого, прям чтобы вот... Я не помню, когда уже дождь был. В мае он был. Такой, чтобы это... У нас нет... Вот. Это какой-то мини стадиончик для футбола, что ли. Ну да. Ой, экран трясется. Надо выключусь, наверное. Тут ничего интересного. В общем, в банк я зачем иду? Это приходил у меня сколько? Года два, наверное, на телефон. Обновите, обновите Сбербанк. Я не обновляла. Мне сказали тоже, говорит, это не надо. Не обязательно Сбербанк обновлять, а то, может быть, это и деньги улетят. Ну и, в общем, я не обновляла. Не обновляла, а этот раз пришло оповещение. Вот этот шишечек, что ли. А в этот раз пришло оповещение, что если вы не обновите, вход будет заблокирован в телефоне, который был. Вот. Ну, я опять как-то серьезно это не восприняла, но все равно на заметку поставила. Вот. И это говорю. А вдруг? Ну и надо было что-то мне. А, в общем, мне продали яйца, и надо было мне деньги перекинуть, деньги скинуть. И, в общем, захожу, код набираю, а дальше никак. Код пишут, что обновить банк. Вот. И вот я приехала обновить. А как, думаю, обновить? Пробовала и так, и так, и так. Но сейчас вот ехала в автобусе. Мне сказали, что надо было это удалить. Приложение. Надо было это приложение удалить. А, в общем, и по новой закачать. Ну, в общем, я не стала. Говорю, поеду я. Пусть мне в банке сделают. Девочки там по-быстрому сделают. Все равно мне ехать
Вот. Все равно мне ехать. Эта дорога все в банк идет. Сейчас мне тут сделают, и я пойду на Валверес, а потом, наверное, в магазин.